Работа Владимира Ильичева. Смотрите, как с овалами он действует, да? Везде на ангелах, вот здесь четыре ангела, да, посетили этот замок, да, после того, как пиршество было. Вот беспрерывно идут там, где талия, там, где чулочки, там, где коленки, там, где запястья, там, где горло ангелов, везде идут овалы, и он этими овалами показывает, вот они, чулочки, видите, показывает, какая нога вперед пошла, какая нога туда пошла, в глубину. Вы видите, даже можно не прорисовывать фигуру, но если у вас есть конструкция фигуры, то уже каждый человек себе домыслит, да, эти ангелы растворятся в пространстве, или они сейчас выскочат на вас сюда, пространство вашей комнаты.